На Красной площади идет установка нового колеса обозрения. Жители близлежащих домов задаются вопросом, насколько это безопасно. Новое колесо будет выше предыдущего практически в два раза. Сегодня поступают множество обращений от жителей, прежде всего близлежащих домов, по вопросам безопасности размещения данного объекта. Что касается вопросов безопасности, значит, в соответствии с постановлением Кабинета министров Чувашской Республики, данный объект поднадзорен государственной службе по надзору за техническими средствами, Гостехнадзор. Процедура заключается в следующем, что на сегодняшний день организация, арендатор или организация, которая размещает колесо обозрения, должна будет получить заключение на соответствие всем требованиям безопасности у специализированной организации. Ближайшая организация находится в Нижнем Новгороде. И в дальнейшем уже со всем пакетом документов подать заявку в службу Гостехнадзора Чувашской Республики. По итогам рассмотрения документов Гостехнадзор выдаст свое заключение для запуска колеса обозрения. В городской администрации сообщили, что если будет получено разрешение, аттракцион в июне уже запустят.